что, Оленька, записали? Да, наконец-то совершилось. Не знаю, даже, наверное, еще не осознаю всего происходящего. Волнение есть? Ну, как-то у меня с самого начала такое было небольшое, вот так оно и есть, но уже меньше. Сколько времени ты даешь себе на подготовку квартиры к аренде? А у меня нет времени, у меня есть только неделя. То есть неделя? Угу. Что планируешь сделать? Ну, обновить. Еще много идей. Ладно. Увидите скоро, да? Результаты. Будем изучать, да, результаты. Хорошо. Ладно. Давай увидимся в следующем видео, да, наверное? Да. Сейчас будем следить за тобой. Хорошо. Как это все у тебя получается, как работаешь. А историю мы твою расскажем позже, хорошо? Хорошо. В отдельном видео, то есть отдельную историю. Да, всем спасибо. Все свободны? Да. La primera vez que me pasa eso. No, por eso. No, la primera vez que me pasa de estar mirando el tema de la bombona y eso, ¿vale? Sí, tú sabes, porque si no... Es que si me lo decís, se soluciona, ¿sí, no? Sí. Porque yo tengo... Es que no tengo ni idea. El mío yo entiendo... Смотрите, как сделано, интересно. Вот эта вот вторая комната, вот она как бы... Я не знаю, то ли они поставили эту стенку вот здесь... То ли нет, но тут еще одна спальня получилась. То есть, если мы рассматриваем эту квартиру для аренды, например, да, то у нас получается вот эта часть, отдельный как бы салон небольшой, да, и отдельная спальня. И от входа, вот если вот мы стоим от входа, получается вот еще одна комната спальня, такая вот мрачная. Смотрите, какой стиль испанский. Так, уже начали вон Ольга, видите, тут все поломала, повыносила. Вот это будет выкидываться, то есть это вот в комиссионку, наверное, сдадим, если возьмут. Вот это этот диван тоже. А вы знаете, это русская зима. Смотрите, какая русская зима у испанцев. Вот такая вот у них картина здесь таких. Вот что нам делать, смотрите, что нам делать с кухней? То есть вот некуда, ну, стол вот сюда, что ли, поставить, вот не знаем. Ну, короче, все пока в таком полуразобранном состоянии. Ну, вот как-то так, не знаем. И еще у нас проблема с холодильником. Вот он стоит как бы на балконе. Вот куда его, да, Оль? Mm-hmm. Да, Оль, куда? Mm-hmm. Вот, смотрите, вот получается одна спальня. Вот зал, и вот тут такая спальня. Видите, как переставили, и как она теперь по-другому выглядит. Тоже светло. Ух ты, со светом даже круто, круто. Это мы тут кровать пробовали менять, сломается, нет? Как-то вот так. Вот зеркало. Это я. Тут все остается так, как есть. Пока. Так что вот на сдачу есть, смотрите, одна комната, спальня, как бы типа зал. Вот она, на такой односпальный апартамент. Вот такая вот кухня. Смотрите, как покрашена. Как покрашена. Тут еще вот всякие штуки. Вот так. Ну, то есть, в принципе, да, немножко деталей, капельку деталей. Все чистенько. Новые тарелочки. Новая покраска. То есть, еще мы не раскидали стаканы. Оля еще не раскидала. Ой, смотрите, рюмочки. Это вот испанский, да? То есть, вот такой вот наборчик. Так что, если хотите снимать, обращайтесь. Вот, смотрите, кофеварочка. Ну, в общем, все как
Все как в лучших домах Лондона и Парижа. Вот так, ладно. Всякие тарелок. А тарелок-то, Оль, сколько? Зачем ты новые покупала? Ох, ничего себе. Тут тарелок на целую гвардию хватит. Когда мужчины на кухне. Ну и вот такая кухня. Вы заметили, как перекрасили потрясающе? Оля, уйди. Как потрясающе украсили это. Кухню, слушай. Свет в окошечке. Сейчас это после, во второй половине дня. Вот так. Да, вот. И вот, в принципе, вот смотрите, как бы зал есть, да, отдельно. С телевизором, с спальней. Вот так, если все закрыть. То есть и все. То есть тут отдельно можно сдавать вот такое вот прекрасное помещение. Совершенно спокойно жить, как на спалке. Даже суперстудия. Нет, а вот здесь вот у нас маленькая комнатка. Тоже вот помните, что там было? Страшное, ужасное. А вот сейчас, видите, вот немножко опять же. Оля, помогаешь белье сушить? Или снимать, или вешать? Здесь система такая нормальная, на веревке цепляешь. Нравится тебе квартира, Ред? Да, остались жить, да? Редя. Целый день один был дома, пока мама квартиры показывала. Бедняга моя. Оль, ты чувствуешь себя испанской женщиной, когда белье снимаешь? Да, в патио, да. Смотрите, ребят, как тут все круто. Смотри, собака хочет посмотреть. Мне так смешно, давай, он так реагирует. Не надо его. Давай подвесим и тоже запустим там. Надо смотреть. Ничего тут нету, ничего нет. Ничего интересного. Только белье. Он компанейский. Да, я плавный в компании. Давно в Испании? Давненько. Сколько? Ну, 20 лет. Вау. Прям без выезда тут живешь? Нет, как, приезжаю. Последнее время чаще приезжаю. Здесь. Слушай, вопрос такой, вот много интересуются людей работой, как тут с работой, как ты считаешь? Ну, работа есть, да. Работа есть, просто нужно ее искать, и как-то говорят, кризис, но все мои знакомые украинцы при работе. При работе, да? То есть это показатель. Ну, в принципе, а в какой области? Разно, хардинария, садовники, хардинария, стройка, то есть и обслуживание, то есть это рестораны, отели, гостиницы. Угу, угу. То есть можно, в принципе, прокормить семью, пожить. Конечно, да. Не скажу, что это будет, ну, там, большие прибыли, но это достаточно нормально. Угу. Ну, плюс-минус там как да, бы. Да, плюс-минус, если вдвоем работать, вообще нормально. Да? Если одному тяжело было, конечно, вдвоем, то да. Понятно. Жить можно. Хорошо, хорошо. Ладно, а где вот искать, в какой области искать работу лучше? Ну, то есть с чего там начинать? Ну, тут вот зависит от региона, то есть от места, то есть от города конкретно. И где туристы, там больше, конечно, больше туризма и сезон. Uh-huh. Если строители, то лучше от Эстемпона в сторону юга, туда в сторону города Алисинас. Uh-huh. Там очень много сейчас стройки. Uh-huh. То есть можно найти. А насчет документов как? Ну, для строительства нужны документы. Можно нелегально, но это очень сложно и бояться сейчас. Uh-huh. Смысла нет. Угу. Ну ладно, удачи тебе. И с документами, и с работой, и со всем, и вообще. Ты супер. Спасибо. Спасибо. Слушай, Сереж, а вот это белое, что такое сзади? Что? Вот это белое, что сзади? Там картошка какая-то. Это какая-то походка, как диван. Я так и не понял, для чего. Ну, вот знаю. Серега сегодня на кухне, сегодня отвечает за тарелочки. Вот у нас мужчина за еду отвечает, женщины полы моют. Это правильно. Он женщину прячет. Тебе спасибо, мама. Спасибо вам тоже за дочку. Он тоже. Нет, что? И ангелы-хранители. Да, это обязательно. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте под этим видео комментарий. Если нужна какая-то дополнительная информация, вся она есть под этим видео в описании. С вами была Оксана Майкова. Пока-пока, увидимся в следующем видео.